Привет, друзья. Значит, никто не знает, что будет завтра, а я знаю, естественно, потому что у меня ключ. И у нас школа «Человек будущего» – Homo Futurus. Стало быть, мы знаем, как работать с неопределенностью. Стало быть, мы знаем, как снимать страх, настраиваться на творчество и многое чего другого. Но никто не знает, что будет завтра. Я знаю, я вам скажу. Но не завтра прямо, а послезавтра. Послезавтра у нас будет вебинар. Там будут новые оригинальные приемы по антистрессовой подготовке по методу ключ, секрет и изобретатель. И вот что я вам хочу сказать. Всех старых друзей, которые у меня давно посещают вебинары, все разные приемы знают, я их буду приглашать в другое место. Я буду их приглашать в закрытую группу, которая будет и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Поэтому они у меня почетные гости. Они прекрасные участники школы «Человек будущего». И поэтому они в этот раз получат именно туда приглашение. Но это приглашение будет через несколько дней. А вот на вебинар я их сейчас специально приглашать не собираюсь. Они все эти приемы знают. Они отдельно в закрытой группе кое-что получат вообще суперское. А вот те новички, которые вообще не знают, что такое метод ключ, чтобы на этом новом вебинаре 14 числа 20 часов вечера по московскому времени. Запись потом будет стоять, кто не успеет, может потом посмотреть и получит такой же эффект, такую же полезность для себя. Там будет не только подобрать себе собственный индивидуальный прием, а именно новые оригинальные приемы, которых никогда раньше не было во всем океане интернета. Да. И для них специально хочу сказать. Вам надо к этому приготовиться, чтобы сразу получить эти приемы новые, чтобы я не повторял там старые приемы, не отвечал на эти вопросы, которые новички привыкли задавать, которые вообще не знают, что такое ключ и отвлекает все внимание. Поэтому я вам просто рекомендую, посмотрите сначала, как домашнее задание перед нашим вебинаром сегодня или завтра, посмотрите. Например, посмотрите, синхрогимнастика, метод ключ Хосе Алиева, 5 минут, которые изменят вашу жизнь, на ютубе наберите, еще раз повторяю, синхрогимнастика, метод ключ Хосе Алиева, 5 минут, которые изменят вашу жизнь. Да. Можете посмотреть «Тупичок Гоблина», «Разведдопрос», доктор Хосе Алиев про метод ключ. Тупичок Гоблина в Ютубе наберите. Разведдопрос. Доктор Хосе Алиев про метод ключ. А я же смотрел, как генерал Ратников в 40-й минуте, там, рассказывая журналисту в программе про пандемию и высшие силы, так прекрасно рассказал про метод ключ и про меня. И жаль, уже нет генерала Ратникова с нами. Я бы его пригласил, мы бы вместе там поговорили на следующей записи моего Ютуба. Ютуб-канал называется «Хосе Алиев. Метод ключ». Что такое наша школа? Наша школа – это Ютуб-канал, это раз. Это группы, которые находятся в Фейсбуке и ВКонтакте. Потому что мне звонят все время и спрашивают, как попасть в вашу школу. Под роликом в Ютубе. Под роликом, в описании все контакты, включая электронную почту, включая Skype, ну, много там чего. Да, все вопросы по вебинару вот этому предстоящему, который будет 14 числа в 20 часов, пожалуйста, пишите только на электронную почту. Пожалуйста. Это организационный момент, который важно осветить. Как говорил великий Пирогов, эффективность здравоохранения зависит от организации. Да, вот я сейчас как раз пытаюсь так организовать, чтобы вебинар
у нас прошел таким образом, чтобы каждый из вас получил потрясающую полезную, ну просто невероятную полезность и мог потом всю жизнь этим пользоваться. Да, защитить себя в условиях неопределенности. Я там кое-что расскажу такое необыкновенное. Я вам расскажу, что такое и окно внимания, то бишь сознание. Я вам расскажу, как сделать так, чтобы у вас в голове было вместо страхов и тревог идеальное рабочее место, когда вы можете там моделировать любые ситуации, находить лучшие решения. Ну, короче говоря, там будет много чего, чего вы даже не ожидаете, и будете очень обрадованы. Это не реклама, это организация правильного проведения вашего вот этого вебинара, куда я вас приглашаю. Я думаю, вам стоит туда зайти, потому что этого в мире нет. До встречи, друзья. До встречи.